Бисмиллахи рахмани рахим. Ассалату вассаламу аля Саидил Анбияи валь Мурсалин, ва аля алихи ат-тайибин ат-тахирин аль-ма'сумин, ва ла'нату ад-даимату аля адаихим ажмаин иля қиями яумиддин. Иншаллах, пусть Аллах покажет нам тот день, когда на Ближнем Востоке не будет сионистского режима, пусть где-нибудь в другом месте будет, пожалуйста, в Германии, в Польше, на Украине, где вашей душе угодно, там, пожалуйста, стройте себе государство. Дай Бог, чтобы мы увидели тот день, когда именно на Ближнем Востоке не будет. Иншаллах, этот день наступит, и дай Бог, чтобы мы этот день застали. Да, связь барахлит, к сожалению. Пару слов скажу по поводу того вообще, что сейчас происходит. Поделюсь своим мнением по этому поводу. В Израиле начнем с того, что сейчас очень сложная ситуация. Если вы проследите вообще настроение в Израиле, то обнаружите, что Цахал и израильская армия, в принципе, вообще израильское правительство, израильское государство очень-очень сильно разочаровало своих граждан. То есть люди серьезно обеспокоены неспособностью Израиля, израильского правительства вообще что-либо сделать с сложившейся ситуацией. Как мы уже говорили ранее, бомбежки сектора Газа — это, конечно же, кошмарное и ужасное вообще преступление против человечества, военное преступление, которое раздирает души свободолюбивых и человечных людей, людей, у которых есть хоть капля человечности. Эти кадры просто ужасающие на самом деле. Невозможно передать словами весь тот ужас и всю ту печаль, которую переживаешь, наблюдая за этими кадрами. Хотя пробежавшись по сионистским вот этим разным источникам, обнаруживаешь, что у них совсем другая реакция, к сожалению. Бесчеловечно абсолютно и животным образом радуются тому, что там происходит, вот это вот убийство детей, женщин и так далее. Но что здесь важно подчеркнуть, я говорил об этом ранее, еще раз подчеркну, и в принципе это не секрет, да, это все знают, и известный факт, что и само руководство сионистского режима это тоже прекрасно знает, что эти бомбежки мирного населения, они не решают стратегические и важные задачи израильского режима. Они никакие проблемы израильского режима не решают. Они не достигаются посредством этих бомбежек какие-либо серьезные, реальные цели. Это акт беспомощности на самом деле, потому что израильское общество взбудоражено, израильское общество взволновано и ждет от израильского режима каких-либо шагов. И пока Цахал ни на что, кроме вот этого акта беспомощности, пока что не решается. То есть единственное, что они сейчас могут сделать, это вот бомбить мирное население. Пытается, скажем так, восполнить свою беспомощность, пробелы своей неспособности решать свои проблемы. А у Израиля эти проблемы очень серьезные, и вообще само существование Израиля сподвигло, то есть оно само является, вот само существование Израиля является корнем и причиной этой проблемы. Сама оккупация, переселение людей из своих домов, вынужденные беженцы, которые находятся в Ливане, в Сирии, и положение людей в Газе, и не только в Газе, но и на западном берегу реки Иордан. Это все в то положение, в котором находятся палестинцы, это все на самом деле причины причиной проблемы Израиля. И Израиль эту проблему решать не способен. Конечно, изначально у Израиля была задача решить это военным способом, просто вот истребить народ, изгнать их оттуда и все, и постепенно расширять территории. И поэтому, и по поводу расширения территории тоже пару слов скажу, это очень важно, мы забываем часто об этом, что Израиль с имеющимися, действующими границами существовать не способен. Он вообще бесполезен с этими границами, да? Потому что, как мы говорили ранее, основной целью создания сионистского режима было нести на Ближний Восток права человека, в кавычках, и демократию. Вот основная причина существования Израиля. Израиль существует не для того, чтобы, скажем так, дать евреям государство. Нет, не для этого. Это всего лишь повод. Это всего лишь повод. Реальная причина, по которой Запад и в том числе Соединенные Штаты огромные средства вливают в этот режим, является то, что они надеются через этот режим нести свободу слова, права человека и демократию в том понимании, которое у них есть, естественно. Нести на Ближний Восток, нести так называемую цивилизацию на Ближний Восток, да? По сути, это я сейчас их языком говорю, то, как они это видят, естественно. А по сути, это нести цивилизацию западную на Ближний Восток. И по признанию, если вы немножко промониторите, то вы обнаружите, что западные идеологи, идеологи западной вот этой модели цивилизации, вот эти вот западные силы, они на самом деле удивляются, да, то есть у них есть немножко, скажем так, непонимание, есть возмущение по поводу того, что а как так получилось, что мы в той или иной мере смогли донести до всего человечества вот эти вот свои ценности и свою цивилизацию, а на Ближний Восток никак не получается. Это на самом деле так. То есть это самый не поддающийся влиянию западной цивилизации регион на земном шаре. И именно для этого, для того, чтобы туда свою цивилизацию нести и таким образом взять под контроль весь этот регион, то есть на самом деле превратить Ближний Восток в свою колонию, в одну огромную колонию превратить, они именно для этого выделяют вот эти огромные средства, как говорил Трамп, триллионы долларов. Да, это не миллионы, это не миллиарды, это триллионы. Триллионы долларов они туда вкладывают для того, чтобы этот сионистский режим выжил. И вот эта цель, да, поставленная перед, эта стратегическая цель, поставленная перед Израилем, она недостижима с теми границами, которые существуют сейчас у Израиля. То есть Израилю необходимо расширяться и укрепляться. На данной стадии, на данный момент, Израиль не способен справиться с одним небольшим анклавом, называемым сектор Газа. То есть сейчас огромным препятствием для Израиля является именно вот этот небольшой анклав, который остался от прежней Палестины. И Израиль сейчас не может эту проблему никак решить, и более того, с каждым днем эта проблема все больше и больше усугубляется. Если предыдущие годы эта проблема для израильтян была не настолько очевидна, как сейчас, то израильтяне сейчас наблюдают, что эта проблема превращается для них в абсолютную катастрофу. Потому что угрозы, они неминуемые со стороны Газы, как показала операция Штурм алляксы, Туфан аль-Акса, как эта операция показала, угрозы со стороны сектора Газа неминуемы для израильского режима. Но наряду с этим, с этой угрозой израильский режим абсолютно ничего не может делать, ничего не способен делать, не получается. Здесь много очень факторов, в том числе, вы просто посмотрите, да, как ведут себя жители сектора Газа, какой у них дух. То есть мы, наблюдая со стороны, лично я, например, уже эти 2 недели, да, начиная с 7 октября, плохо сплю, не высыпаюсь, да, и плохо себя чувствую, и в особенности вот последние дни, в особенности после вот бомбежки больницы, и наблюдая вообще, что там происходит, какой ужас вообще там происходит с мирными людьми, с мирными жителями, у меня самочувствие просто ухудшается, я плохо себя чувствую, у меня голова кружится и так далее. Ну, и не буду описывать, то есть и несмотря на весь этот ужас, который ужасает нас, который людей, которые все это наблюдают со стороны, дух, мы видим, что у жителей сектора Газы он не сломлен. Не сломлен дух жителей сектора Газы. И мы это наблюдаем даже в детях. Мы видим, что даже дети этого анклава, даже они, да, что это значит? Человека вытаскивают из-под завалов, он говорит «фида аль-Кудс, фида аль-Кудс». То есть он говорит «я готов». Этим он говорит, что «я готов пожертвовать всем». Все для этой борьбы, для этого сопротивления. И это настроение, которое царит на сегодняшний день в секторе Газа. Они готовы сражаться, они готовы умирать, они готовы жертвовать, они готовы давать жертвы на пути этого своего сопротивления. И этот дух растет день ото дня. И превращаясь таким образом, сектор Газа превращаясь таким образом в огромную проблему для Израиля. И что мы наблюдаем со стороны Израиля? Израиль абсолютно не способен решить эту проблему. Надежды возлагаются на то, чтобы войти в Газу. Сейчас на что они возлагают надежды? Да? Хотя, опять-таки, надежды с каждым днем у израильтян становится все меньше и меньше. Люди, я это все наблюдаю, читаю комментарии, отзывы и так далее. Слежу за тем, что пишут граждане Израиля. И у них все меньше, с каждым днем все меньше и меньше надежды на то, что эта проблема будет решена. А это что означает? Каков итог вот этого настроения? Итог этого настроения в том, что израильтяне просто-напросто сдадутся. Ну, может, не все, но огромное количество людей сдадутся. А это очень большая проблема для израильского сионистского режима. Сионистский режим вкладывает огромные средства, и от этого зависит на самом деле существование сионистского режима. Вкладывает огромные средства на так называемую репатриацию. Что такое репатриация? Репатриация, то, что они имеют в виду, да, то есть они, вот этих людей, которые родились на чужой земле, родители, деды, прадеды, и уже многими поколениями они живут где-то, живут в Европе или еще где-то, неважно где, в Африке. Вот эти люди, которые многими поколениями живут в других местах, не на Ближнем Востоке и не в Израиле, не в Палестине, точнее, не на территории Палестины, этих людей они привлекают для того, чтобы те приехали жить в Палестину, переехали в Палестину жить. То есть вот это вот, и от этого зависит будущее сионистского режима, потому что без этой тенденции, без репатриации, опять-таки, существование израильского режима бесполезно, оно не выживет и столкнется с огромными для себя экзистенциальными проблемами. А вот эта вот проблема, которая возникла для Израиля в секторе Газа, эта проблема очень сильно усложняет не только репатриацию, так называемую, но и усложняет удержание тех, кого они уже, так сказать, репатриировали. Те, кого они смогли теми или иными способами, а способов у них огромное множество, они разными способами это делали. Где-то привлекают уютом, комфортом. В некоторых местах, например, в Ираке, да, до создания сионистского государства, они пытались привлечь на территорию Палестины иракских евреев, но у них это никак не получалось. Люди просто-напросто не соглашались. И они тогда привлекали к террору к террору своего же народа. Я не знаю, это свой же народ или не свой, это тоже спорный вопрос, потому что есть сомнения, да, по этому поводу, являются ли эти люди на самом деле потомками пророка Якуба. То есть они являются ли на самом деле потомками Исраила или нет, это тоже большой вопрос. Потому что с чем это сомнение связано? Это сомнение связано с тем, что иудаизм и еврейство, они очень тесно взаимосвязаны друг с другом. Это очень связанные друг с другом вещи. То есть каждый иудей является евреем, и каждый еврей является иудеем. То есть нация и религия переплетены. И дело в том, что на протяжении истории человечества очень разные народы, не являющиеся потомками Исраила, потомками Якуба, алейхиссалама, они принимали иудаизм. Разные народы, разные национальности, разные этносы принимали иудаизм. Сами евреи называют их, несмотря на то, что они являются иудеями, их называют гоями, то есть не евреями. И есть смутные сомнения, что евреи на самом деле переселяют. Так называемая репатриация происходит именно с этими людьми. Людьми, которые являются на самом деле гоями, не являются потомками Якуба, а являются потомками тех людей, которые в свое время приняли иудаизм и таким образом стали, примкнули к еврейству, стали евреями. Так вот, поэтому я говорю, что своего народа или не своего народа, это уже другой вопрос. В Ираке производили террористические акты против евреев. И потом велась пропаганда, что вот смотрите, вам здесь не рады, вас притесняют, поэтому давайте создадим свое государство, переезжайте в Палестину. Там мы будем создавать свое государство. И у меня также есть смутные сомнения, что фашизм и то, что произошло в Германии, также было делом рук сионистов. То есть это было частью плана сионистов для оправдания своего сионистского образования, потому что сионизм все-таки возник задолго до фашистской Германии. То есть они переселяют, и это переселение вследствие тех проблем, с которыми вот израильское государство столкнулось, оно очень сильно осложняется, и более того, с каждым днем все больше сложностей возникает с тем, чтобы удержать уже вот имеющихся людей и имеющееся население на территории Палестины. Но также необходимо иметь в виду, что в Израиле в последнее время политический кризис очень серьезный и внутренние, очень глубокие и нерешаемые внутренние проблемы. В чем заключается вот это вот, в чем эти проблемы заключаются? Я говорил, упоминал об этом ранее, что вот эти люди, приехавшие со всех уголков света, они никак ужиться вместе не могут. Люди, которые приехали из Европы, ненавидят этих репатриантов, приехавших из бывшего СССР или из Африки. И эта ненависть, она взаимна. И эта ненависть не просто вот так вот, скажем так, формально, да, нет, она на практике и в жизнедеятельности государства очень сильно себя проявляет. И многие люди уже устали от того, что их притесняют, потому что они из Африки, из Марокко там или еще откуда-то. И в особенности очень, скажем так, велики и значимы возмущения тех, кто приехал из бывшего СССР. Они вообще воспринимают отношение к себе как самое, что ни на есть, войну против себя. Опять-таки, по этому поводу очень много материалов, можете с этим ознакомиться. И наряду со всеми этими проблемами, с политическим кризисом и вот упомянутой проблемой, тут обостряется и актуальность обретает проблема с Газой. То есть это такая точка сегодня. Мы сейчас переживаем то время, когда сионистский режим находится на своей критической точке. Если она если этот режим решит свои проблемы, то сможет дальше существовать. В противном случае вопрос дальнейшего существования сионистского режима ставится под очень жирный и большой вопрос. И поэтому среди высших, вот, среди эстеблишмента сионистского режима, конечно же, в том числе и в Америке, царит паника. Царит паника, потому что проблемы очень серьезные. И в связи с этим необходимо эту проблему решать. Проблему угрозы со стороны палестинского сопротивления в лице вот этих вот движений, которые находятся в секторе Газа. Эту проблему надо решать. Но тут одна незадача. С одной стороны, заходя в сектор Газа, то есть, опять-таки, подчеркнем, что вот этими воздушными налетами и бомбардировками эту проблему не решишь. Эта проблема нерешаема. Она просто будет с каждым днем все актуальнее и актуальнее. Да, вы, наверное, наверняка слышали о том, что те, кого в детстве там притесняли, да, они выросли, и теперь вот свой протест и свое возмущение, свое недовольство и свой вот этот вот сопротивленческий дух проявляют вот в этих акциях, да, в этих операциях, как Туфан аль-Акса, Шторм аль-Аксы. Так вот, все, что сейчас происходит, эту проблему все больше усугубит. Это сопротивление еще больше и больше окрепнет в секторе Газа. И, возможно, даже перекинется на западный берег реки Иордан. То есть это может быть, это может перелиться на то, что Махмуда Аббаса свергнут, и западный берег реки Иордан, которая не менее опасна, да, с этой точки зрения, если начнет сопротивляться против израильского режима, то представит из себя еще большую угрозу, еще большую опасность, чем сектор Газа. Поэтому эта проблема усугубляется. То есть эту проблему, если Израиль сейчас не искоренит, если не искоренит палестинское сопротивление на корню, если не превратит всех палестинцев сейчас в Махмудов Аббасов и Фатх, движение Фатх, то в будущем столкнется с фатальной для себя угрозой. Но Израиль никак эту проблему решить не может. Почему? Потому что если войдет в сектор Газа, это чревато некоторыми очень большими осложнениями. Осложнениями, которые тоже приведут к некоторым другим шагам отчаяния со стороны израильского режима, сионистского режима. В чем эти осложнения заключаются? Во-первых, там, как они сами говорят, непонятно, что может произойти вообще, что будет происходить в секторе Газа. Цель вхождения в сектор Газа, военная цель, заключается в том, чтобы лишить Хамас военной мощи, военной силы. А еще лучше вообще полностью избавиться от Хамас и исламского джихада. Вообще сионисты, они говорят Хамас, 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 Хамас. Но там речь не идет только о Хамасе. Есть другие, такие как исламский джихад. Они это все обобщают и называют одним словом. Поэтому палестинское сопротивление – это все палестинское, это не только Хамас. Да? Речь не идет только о Хамасе. Поэтому, заходя в сектор Газа, перед ними стоит задача искоренить палестинское сопротивление в лице вот этих вот движений. Уничтожить их, лишить их военной мощи. И сейчас, вот сегодня идут разговоры, что Израиль планирует создать временное правительство в секторе Газа. То есть они хотят идти по тому же пути, который они прошли на западном берегу. Они хотят поставить своего человека, скажем, либерализировать, да, так сказать, сектор Газа. Это их военная задача. Уничтожить Хамас, лишить его военной мощи, свергнуть его власть в секторе Газа и поставить туда своего человека, лояльную власть туда назначить, более терпимую, которая поведет сектор Газа по тому же пути, по которому ведет западный берег Махмуд Аббас со своим Фатхом. Но это военная задача, во-первых. Будет ли эта военная задача решена? Это под большим вопросом. Это под огромным вопросом. Сможет ли Цахал эту задачу решить? И даже если решит, то какой ценой? Цена решения этого вопроса – это тоже значимый вопрос. Может цена неподъемной оказаться для сионистского режима. Это с одной стороны. С другой стороны, мы видим, что мы наблюдаем последние дни, это очень важно. Мы видим определенную политику. Опять-таки, я выскажу свое мнение. Да, я об этом ранее говорил. Те убийства, те страдания жителей Газы, которые происходят, они настолько меня возмущают и настолько меня беспокоят, что я порой думаю, пусть горит все, да, пусть развяжется эта большая война, пусть начнется эта большая война, пусть даже перельется в Третью мировую, но пусть эти страдания, и вот, пусть мы просто перестанем видеть эти кадры, которые приходят из сектора Газа. Но, несмотря на вот эти настроения, которые наверняка царят у каждого человека сострадательного, который обладает хоть каплей человечности, но мы видим, что исламское сопротивление во главе с Ираном и в лице Хизбаллы, и в лице тех сил исламского сопротивления, которые находятся в Сирии, и которые находятся в Ираке, и которые представляют из себя большую силу, значительную силу, они идут по определенной рассчитанной стратегии. У них стратегия очень рассчитана. Поначалу у меня были смутные сомнения, как будут действовать силы исламского сопротивления. Но в последние дни, скажем, здесь пролили свет на этот вопрос лично для меня. То есть для меня эта стратегия полностью прояснилась. Поначалу я не совсем понимал, в чем вообще метод и стратегия сил исламского сопротивления. И в первую очередь, конечно же, Хизбаллы, потому что находится Хизбалла на севере оккупированных территорий, оккупированных сионистским режимом территории. Но на данный момент есть определенная ясность по этому поводу. Хизбалла постепенно, с каждым днем наращивает свои атаки против сионистского режима. Тем самым, во-первых, отправляет посыл сионистскому режиму, что если израильский режим, если сионистский режим не успокоится, если не прекратит эскалацию конфликта, если не прекратит бомбежки, если не передумает войти в сектор Газа, то действия Хизбаллы с каждым днем все больше и больше будут усиливаться, создавая тем самым проблемы, как военные, так и гражданские проблемы. Гражданские я ранее упоминал, да, связанные с удержанием граждан и репатриацией новых, так называемых репатриантов. Эти угрозы с каждым днем все больше и больше усиливаются. Все больше и больше сионистский режим с каждым днем от рук бойцов Хизбаллы все больше и больше людей теряет. И каждый день эти атаки, эти интенсивность и сила, и мощь, и дальность этих атак с каждым днем все больше и больше растет. И чем больше, и чем дальше это будет продолжаться, тем эта проблема, северная проблема, для Израиля будет усугубляться. Все больше и больше создавая для него проблем. То есть таким образом отправляют сигнал, Хизбалла отправляет сигнал для сионистского режима, что необходимо остановиться, не нужно усугублять. Я здесь подчеркну одну очень важную вещь, которую, наверное, мы не все понимаем. Да? С военной точки зрения, с точки зрения военных целей, с точки зрения стратегии, здесь на данный момент силы исламского сопротивления и палестинское сопротивление, вне всякого сомнения, уже победили сионистский режим. И эта победа неминуема, невозможна, просто невозможно на данный момент потерпеть поражение. То есть силы исламского сопротивления, они не потерпят поражения ни при каких обстоятельствах, ни в коем случае. Победа, она неизбежна. Она уже достигнута, и в дальнейшем эта победа все больше и больше будет усиливаться. Но здесь как бы никаких споров и никаких разногласий нет и быть не может. Никаких сомнений быть не может. Любой адекватный, непредвзятый аналитик и исследователь эти слова подтвердит. Но здесь есть и другая сторона войны. Это гуманитарная проблема. То есть есть военные задачи, стратегические задачи, которые уже достигнуты сопротивлением, и они будут все больше и больше достигаться. Но есть гуманитарный вопрос. Как раз тот вопрос, который мы наблюдаем сейчас в Газе. И силы исламского сопротивления в лице Хизбаллы, они не увеличивают интенсивность, то есть они не переходят сразу к использованию всего своего арсенала с первых дней для того, чтобы предотвратить эту гуманитарную проблему в самом Ливане. Потому что Израиль не способен сражаться с военной мощью Хизбаллы, потому что военная мощь Хизбаллы, она подстроена, она создана изначально и сконструирована под войну с Израилем. И она рассчитана на то, чтобы выдержать любые натиски, любые атаки сионистской армии. Но, несмотря на это, Израиль будет устраивать в Ливане, как мы это видели в 2006 году во время 33-дневной войны, когда сионисты просто получали таких такие увесистые пощечины в военном плане от Хизбаллы, но при этом разрушали гражданскую инфраструктуру Ливана. Поэтому опрометчиво, да, на самом деле, как бы мы этого не хотели, как бы мы не хотели, чтобы Хизбалла сразу вступила в битву, в войну и вообще снесла все в израильских городах, тем самым радуя нас и залечивая наши раны, которые мы получаем, наблюдая за событиями в Газе. Но это опрометчиво. Это опрометчиво со стороны Хизбаллы сейчас провоцировать Израиль на атаки на гражданские объекты в Ливане, в Бейруте и так далее, в других городах. А Израиль именно этим пугает Ливан. Израиль не может нести военную угрозу мощи Хизбаллы. Не может. Единственное, чем Израиль пугает, это убийством мирных и разрушением гражданской инфраструктуры. И предвидя, и прекрасно это понимая, Хизбалла не использует все сразу, а использует метод торможения израильского режима, сионистского режима, чтобы этот режим остановил свои зверства. И поэтому постепенно наращивает. Но чем дальше Израиль будет идти, и чем дольше активные действия со стороны сионистского режима будут продолжаться, тем страшнее, тем мощнее будет ответ со стороны Хизбаллы. И поэтому Израиль прекрасно понимает, что если... То есть это вы видите, да, с двух сторон, со стороны Хизбаллы и сионистского режима, мы наблюдаем такие обоюдные взаимоудерживающие меры. То есть если обе стороны остановятся, здесь все, в принципе, все на этом закончится. Но если Израиль продолжит, тем более если войдет в сектор Газа, то это все, это второй фронт. Это второй фронт, да. Это второй фронт. Но будут и другие фронты, на который сейчас исламское сопротивление очень активно намекает. Это фронт со стороны Сирии. Да, мы видим, что уже в Сирии активность есть. Уже наблюдаем последние дни активность в Сирии. Видим нападения, в том числе и на американские базы. Это тоже фактор, сдерживающий фактор со стороны исламского сопротивления. Потому что сейчас, нужно ли сейчас, насколько вообще актуально и вообще насколько надобно сейчас Соединенным Штатам получать проблемы на всем Ближнем Востоке. То есть третий фронт – это сирийский фронт. Там силы исламского сопротивления достаточные. Там достаточно много сил исламского сопротивления. Это в том числе и иранские силы, иранские военные, иранские ополчения, иранское оружие, иранские базы и так далее, от которых Израиль в случае своего продолжения, и тем более, если войдет, это я сейчас этот вывод делаю из намеков, которые делаются сейчас в Сирии, вследствие нападений на американские военные базы, которые осуществляются на данный момент в Сирии в последние дни. То есть у нас тут намечается третий фронт. И четвертый фронт – это уже Ирак. Также против американских сил. Чтобы вы понимали, может, кто-то из вас не знает, в Ираке имеется несколько баз американских, да и вообще в регионе Персидского залива достаточно много американских военных объектов, авианосцев, военных баз и так далее, которые как отчетливо на сегодняшний день исламское сопротивление дает нам понять, и в первую очередь дает понять самим американцам, они в стороне не останутся. Если эскалация продолжится, если проблема в секторе Газа будет продолжаться и усугубляться, то они подвергнутся активным нападениям. Сейчас пока это, скажем, нащупывают. На данный момент мы видели, да, что в Ираке уже был убит один американский солдат, и вчера были атаки на американские военные базы, базу Тахрир, Виктория, Эйн-уль-Асад. И сегодня эти атаки продолжились. То есть этим нащупывают почву, во-первых, силы иракского сопротивления, и дают понять, что будет и четвертый фронт сопротивления, что американцы столкнутся, и невозможно сейчас предугадать, будет ли пятый фронт со стороны уже самих вооруженных сил. То есть это то, что мы сейчас перечисляли, это прокси-силы, это прокси-армии, прокси-отряды и так далее. Это прокси-силы. Но будет ли пятый фронт в лице вооруженных сил иранской армии? И опять-таки здесь, как мы видим, как намекают сами иранцы и намекают те действия, которые они предпринимают в ходе вот этих последних событий, мы можем с уверенностью сказать, что есть определенная черта, есть определенный предел, достигнув которого сионистский режим и Америка столкнутся и напрямую уже непосредственно столкнутся, в том числе и с вооруженными силами Ирана. А это уже, скажем, другой уровень конфликта, потому что у Ирана есть баллистические ракеты с управляемыми головками, которые, тем более, что вот на днях истек срок санкций, и сейчас была новость буквально вчера, если мне не изменяет память, Иран закупил новейшие системы GPS, которые он непременно использует для вот этих вот баллистических ракет, для того, чтобы управлять и наводить эти ракеты. А эти ракеты, которыми владеет Иран на данный момент, это в первую очередь Хайбар Шикян, да, завоеватель Хайбара, они спокойно долетают в том числе и до Тель-Авива. Эти баллистические ракеты очень легко долетают до Тель-Авива. Не говоря уже о том, чтобы долететь до военной базы в Ираке, в Кувейте или же в Персидском заливе, в самом Персидском заливе. Поэтому есть определенная черта, переступив через которую сионистский режим и Соединенные Штаты столкнутся и с пятым фронтом в лице самого Ирана, иранской армии, непосредственно иранской армии. Поэтому перед сионистским режимом здесь стоит сейчас сложная задача. Конечно, каждая из сторон, и в первую очередь это касается сионистского режима, попытается отделаться малой кровью, то есть сохранить лицо, то есть задача, которая, стратегическая задача, которая стоит перед Израилем и которая очень плохо выполняется сейчас, и абсолютно провал у сионистского режима, это сохранить лицо. Сохранить лицо, в первую очередь перед своими гражданами. Показать, что у нас есть военная мощь, что мы способны защищать Израиль, потому что все прекрасно понимают, что с каждым годом эта проблема, этот конфликт все больше и больше будет нарастать. И все прекрасно понимают, что сегодняшняя слабость израильского режима – это катастрофа уже завтра или послезавтра. Это катастрофа для… Просто Израиль снесут. И неизвестно вообще, что с Израилем сделают в регионе. Что вообще с Израилем произойдет. Поэтому сейчас, то есть это в глазах израильских граждан, они должны сейчас понять. Они сейчас стратегическая задача перед сионистским режимом заключается в том, чтобы продемонстрировать своим гражданам свою дееспособность решать военные проблемы, что сейчас израильский режим вообще никак не выполняет. То есть с 7 октября до сегодняшний день Израиль вообще ничего не сделал для того, чтобы обеспечить безопасность своих граждан. Для того, чтобы хотя бы продемонстрировать, что Израиль способен обеспечить безопасность своих граждан. Абсолютно ничего не сделал. Совершенно ничего. Вот эти бомбежки, они никак эту задачу не решают. Потому что направлены на гражданскую инфраструктуру и гражданское население. Поэтому на данный момент Израиль показывает абсолютную беспомощность, что равно к самоубийству. Для Израиля. Потому что Израиль находится в регионе, который просто-напросто является для него угрозой, угрожает. Поэтому здесь вот такая вот дилемма перед сионистским режимом. В любом случае сионистский режим уже проиграл, а там посмотрим уже, как все в дальнейшем будет происходить, но ситуация на данный момент вот такая. Так обстоят дела на данный момент. Так, посмотрю я сейчас, секундочку, комментарии. Да, вот пишут еще Йемен, но с Йеменом немножко ситуация другая. С кем йеменцы, хуситы будут воевать? Здесь немножко такая неоднозначная ситуация. Здесь каких-то ясных и четких, скажем так, посылов пока я не наблюдаю. Да, они выпустили несколько ракет, которые были перехвачены авианосцем американским. Это, да, может быть, но это слабый, на мой взгляд, пока посыл. В будущем посмотрим, как вообще хуситы... Вообще у меня есть сомнения, да, по поводу того, способны ли они решать какие-то серьезные военные задачи. Потому что вот эта вот война с арабской, так называемой арабской коалицией во главе с Саудовской Аравией и с Объединенными Арабскими Эмиратами, хоть и является огромным военным опытом для Йемена, но очень сильно истощила страну в принципе, не только хуситов, но и вообще в принципе страну. И свело вообще весь Йемен с огромной катастрофой, да, с разного рода катастрофой. Поэтому какой-то... Я не могу сейчас на данный момент уследить за Йеменом какую-то серьезную угрозу. Ну, посмотрим. Возможно, я ошибаюсь и надеюсь, что я ошибаюсь. Что все-таки, да, это будет еще один шестой фронт, с которым столкнутся... Серьезный шестой фронт, с которым столкнутся сионистский режим и американцы. Насчет наземной операции здесь все очень печально для сионистского режима. Они каждый день говорят, вот, все готово, все, начнем, вот мы уже будем наступать, вот уже войдем. Опять-таки, я уже сказал про это, да, что это чревато всеми этими фронтами. То есть сейчас сионистский режим должен готовиться не только войти в сектор Газа, но и должен подготовиться, и в том числе американцы должны подготовиться ко всем этим фронтам. Но в первую очередь, конечно, к Северному фронту с Хизбаллой. Да, здесь какая-то подготовка ведется. Мы вчера могли прочитать, что они уже эвакуировали приграничные города, то есть десятки тысяч человек они уже эвакуировали из приграничных с Ливаном территорий, эвакуировали свои поселения. То есть, но этим ведь действия Хизбаллы не ограничатся, их действия с приграничными территориями не ограничатся. Хизбалла будет действовать дальше, глубже, вглубь страны, ближе к центру будет действовать в том числе. Поэтому у Израиля сейчас очень сложная задача приготовиться к тому, к чему практически невозможно приготовиться. Опять-таки с учетом тех реалий, с которыми столкнулся Израиль. Поэтому эта операция откладывается, и с каждым днем, то есть сегодня тоже, да, они сказали, все, начинаем, уже сионистские СМИ уже радовались и уже писали о том, что пора, уже вот-вот, да, вперед там они писали и так далее, там, сионистские СМИ. Но мы видим, что все еще операция не началась, они... Хоп, говорят, но не прыгают. А начнут ли вообще эту наземную операцию под большим вопросом, благодаря усилиям исламского сопротивления? Ассаламу алейкум. При прямом столкновении с Ираном сколько, на ваш взгляд, продержится сионистский режим? Ва алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракатух. Сионистский режим вообще не... Здесь уже все. Это же моментальное исчезновение сионистского режима. Здесь уже как бы о том, чтобы продержаться, вопросов быть не может. Здесь тут же начнется эвакуация. Все вот эти так называемые репатрианты, они просто разбегутся. Они не выдержат. Эта страна столкновений с Ираном просто-напросто не выдержит. Но, опять-таки, будет ли это? Потому что это тоже чревато, в том числе и для Ирана, чревато гражданскими потерями, не военными. Опять-таки, то, чем единственное, чем угрожает Израиль силам исламского сопротивления, это убийством гражданских. гуманитарной проблемой, гуманитарным ущербом и гуманитарными потерями. Поэтому этот ущерб, он может быть серьезный для Ирана. То есть он просто так на это не согласится, на прямое столкновение с сионистским режимом не согласится. В силу озвученной причины. Но вдруг, если Иран решится на прямое столкновение с сионистским режимом, то все, на этом можно попрощаться с сионистским режимом в ближайшем будущем. То есть за какое-то время уже не будет. Все, на этом все, конец израильскому режиму. Опять-таки, не в том смысле, что Иран военным образом уничтожит. Это вообще заблуждение, да, думать, что Иран нацелен на то, чтобы военным образом уничтожить Израиль. Я тоже не об этом говорю. Я тоже не об этом говорю, когда говорю о том, что Израиль не продержится. Я говорю о том, что люди просто разбегутся. У них нет такой мотивации. У сионистов, за редким исключением, нет такой мотивации оставаться на этой земле и сражаться за нее, и умирать за нее. У них такой мотивации нет. Это самая большая уязвимость и слабость сионистского режима, на который будет давить вот этот конфликт, прямой конфликт с Ираном. Правда ли, что Абу-Бейда сказала про Персидский залив, что это выдуманное название? Да нет, это, насколько я знаю, я сталкивался с его речью 2 дня назад, если мне не изменяет память. Абу-Бейда сказал арабский залив. Он использовал слово арабский залив, он не сказал Персидский залив, да? Как это обычно делают, ну, остальные. Принято использовать слово Персидский залив, но он использовал в некоторых арабских странах специально используют арабский залив, говорят арабский залив. И он тоже сказал арабский залив. Да. Ну, и возмущения в иранских некоторых СМИ я тоже видел. Слава богу, эти возмущения не такие активные и не так актуально это все. Ну, там, скажем так, чуть-чуть есть возмущения по этому поводу. Я не думаю, что это создаст проблемы в отношениях с Хамасом. Никоим образом не создаст. Слава богу, иранцы не такие, скажем так, необдуманные и не такие поспешные для того, чтобы на этом делать выводы и как-то вот строить свои отношения с другими. Но и то небольшое количество иранцев, которые возмущаются вот этим словосочетанием «Арабский залив». Но я это тоже не совсем могу понять. Мне это непонятно, чему они возмущаются. Ну, и так весь мир знает этот залив как Персидский. Ну, будет он называться Арабский залив. Что для Ирана в этом изменится? Я не совсем это понимаю. Может, я чего-то не знаю, но мне это возмущение не совсем понятно. Да, и по поводу, буквально пару слов скажу, по поводу Хамаса тоже. вот исламское сопротивление, как вообще исламское сопротивление строит свое отношение, свою позицию по отношению к другим региональным силам, выстраивать свои отношения так, что нужно их привлекать на свою сторону. Это, естественно, мудрое решение. Но обманываться на их уловки и на их обещания исламское сопротивление за этим не ведется. На их обещания, на их уловки не ведется. Да, делает все возможное для того, чтобы привлечь на свою сторону, но если что-то, допустим, Турция обещает, или же Саудовская Аравия обещает, или же Катар обещает, то, естественно, это исламское сопротивление всерьез никак не воспринимает, потому что они прекрасно понимают, что эти силы из себя представляют. Но Хамас за всю историю своего существования, на протяжении всей своей истории, к сожалению, демонстрировал обратное отношение, демонстрировал то, что Хамас, к сожалению, обманывается. То есть эти силы, этим силам удается обманывать Хамас. То есть, опять-таки, позиция Хамаса по привлечению вот этих сил на свою сторону – это хорошо. А вот вестись на их обман, на их уловки. И дело в том, что Израиль и Соединенные Штаты очень часто действуют руками Катара, Саудовской Аравии, Турции, Египта и так далее. Руками этих сил действуют. И не всегда, скажем так, Хамасу удается избежать вот этих уловок, которые им расставляют. К величайшему сожалению. Это вот возмущает в политике и в поведении Хамаса. И очень хотелось бы, чтобы избавился Хамас от этого вот недостатка своего. Хорошо, если вопросов нет, наверное, закончим на этом сегодня. А, тут руки поднимают. Ладно, послушаем. Турал давно очень поднимает руку. Пожалуйста, Турал. Салам алейкум, шейх Курбан. Всем салам алейкум. Спасибо, что позволил задать очередной вопрос. Валейкум салам. У меня вопрос заключается в следующем. Можно ли вот принимать как один из фактов того, что шиитский Иран находится на истинном пути? Ведь мы знаем, что он не только высказывается, но и действует, и на самом деле помогает против угнетателей за угнетенных. Чему учит нас ислам, чему учит нас священный Коран? То есть можно ли на фоне этих всех событий это приводить как один из аргументов того, что шииты находятся на истинном пути? Как, например, мы в дискуссиях приводим один из аргументов, ну, к примеру, что мы свое знание, познание берем у непорочного семейства Ахляльбейт, алейхиссалату вассалам. Вот можно ли на фоне этих событий эти действия Ирана приводить тоже как один из аргументов, что именно шииты находится на истинном пути? Спасибо. Если понял вопрос, если нет, могу перефразировать как-нибудь. Спасибо. Не, брат, все понятно, все понятно. Да, вне всякого сомнения, все это является яснейшим и очевиднейшим доказательством. Вообще, все более чем очевидно. Мы что вообще наблюдаем? Мы видим, что я вчера писал, да, что натолкнулся. Я вообще как бы в последние дни, к сожалению, не получается ничем заняться, как бы я не хотел заняться своими делами, но у меня ничего не получается. Я вот из-за этого и устраиваю прямые эфиры, потому что поглощен всей этой историей, этой темой, и в особенности это я еще, если до бомбежек больницы мог как-то отвлекаться, но после этого вообще все это меня поглотило практически, события, которые там происходят. Но наткнулся, вследствие этого как бы случайно наткнулся на несколько выступлений ваххабистских проповедников, которые говорят о том, где Иран, где Иран. Они осуждают Иран за то, что Иран не вступился скажем так, не развязал прямую и большую войну с Израилем. То есть Иран и так ведет войну, а именно вот прямую большую войну не ввязался пока, не вступил пока. И они вот возмущаются. Это возмущение очень глупое на самом деле. Почему? Потому что то есть у них, они на данный момент, для них все настолько очевидно, что они даже не пытаются смотреть в сторону Турции, Саудовской Аравии или еще, или Египта. Они о них даже не думают. Им даже в голову не приходит, что это тоже мусульманские страны. Они даже об этом не задумываются. Вся их надежда, все то, на что они полагаются в этом вопросе, это то, что Иран перейдет. Так надо же задуматься над этим своим положением. В каком положении 1,5-миллиардный мусульманский мир находится, что единственной силой, которая способна сейчас противостоять сионистскому режиму, это эти 15-20% шиитов. Нужно понимать это все, видеть это все. 1,5 миллиарда мусульман по всему миру. Из них 15-20% только шииты. Всего лишь 15-20%. Это очень мало. 300 миллионов пускай будет. Я сейчас точно не вспомню статистику. Пускай будет 300 миллионов. Из 1,5 миллиарда 300 миллионов это шииты примерно. Да, я говорю сейчас. Точные цифры я сейчас не помню. Так, и вы видите, что только вот эти вот 15-20% что-то делают, а вся остальная беспомощно что-то мямлет. Весь остальной мусульманский мир что-то беспомощно мямлет. Так тут нужно же задуматься и понять, что что-то не так с вами, что-то с этим мусульманским миром не так. Вот эти муфтии Саудовской Аравии, они явно не по исламу живут. Правители Саудовской Аравии, Египта и всех Турции и так далее. Они явно не люди, которые и ученые, которые в этих странах, явно с ними что-то не так, что они вот к этой ситуации абсолютно не готовы, что в этой ситуации они абсолютно беспомощны. Это еще в лучшем случае беспомощны, а то и продавшиеся. Что-то не так. Вот проблема, знаете, наша вот теологическая проблема, да, мусульман, которая, конечно же, является следствием того, что мусульмане отошли от Корана и Ахль-аль-Бейт. Теологическая проблема, то, что мы не знаем и не понимаем вообще, что такое ислам. Мы не понимаем ислам. Суть ислама заложено в ценностях, которые несет в себе ислам. И вот этот вот огромный комплекс ценностей, который принес человечеству ислам, у меня сейчас нет цели, да, вот эти объяснять, что это за ценности, это слишком много времени займет. Я говорю о том, что люди, мусульмане, не знают, что это за ценности. И вследствие этого находятся в таком положении. Потому что если бы они знали, что это за ценности, они бы бежали бы за этими ценностями, запасались бы этими ценностями, и сейчас были бы в совершенно другом положении. Но нет, у нас вот эта вот теологическая проблема в том и заключается, что мы не понимаем. А почему мы не понимаем? Мы потому и не понимаем. Вот этот мусульманский мир, абсолютно большинство, потому и не понимает, что слишком далеко находится от Корана и от учения Корана, от Аль-Аль-Бейт. И сведено все к тому, что, то есть, чтобы вы понимали, я чисто исключительно для примера приведу, да, что это за теологическая проблема. Для примера. Наше понимание, вот это вот большинства, абсолютного большинства мусульман, понимание ислама, это то, чтобы мы кушали еду правой рукой, а не левой. И когда разговариваем, использовали слово «Альхамдулиллах», «Субханаллах» и так далее и тому подобное. Вот наш ислам сведен к этому. А какие-то ценности, вокруг которых сконцентрирован ислам, которые являются корнем, ядром ислама. Мы о них даже не подозреваем, мы даже не в курсе о них. Большинство мусульман о них даже не в курсе. Ну и поэтому в этих ценностях, в этих значимых, больших и фундаментальных ценностях, которые являются ядром исламского учения, в этих ценностях большинство мусульман не отличаются от всего остального мира. Все то же самое. Поэтому какого-то, скажем так, отличия Турции, где все то же самое, да, что и в Европе. Ну, чем Турция отличается от любой другой европейской страны? Ну, помимо того, что там есть люди, которые называют себя мусульманами, которые еще ходят в мечеть и так далее и тому подобное. Но мы же видим, что ничем не отличается. Формальность, да, а реальность нет, не отличается ничем. И, естественно, это все следствие того, что люди отошли от Корана и Ахль-аль-Бейт, от тех самых двух ценностей, которые оставил своей умме посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и которых придерживаются как раз те 15-20%, которые на сегодня являются, скажем, противодействием, противоположны вот этому вот цивилизационному, вот этому западной цивилизации, со своими ценностями, со своими оценками человечности, ценностей и так далее и тому подобное. То есть это же противостояние не из категории, кому принадлежит эта земля. Это слишком мелочно. Здесь другая категория противостояний. Это противостояние, по сути, цивилизаций. А вот это большинство мусульман, они в той же цивилизации, что и отчасти, я не говорю полностью, цивилизационно они мало отличаются от всего остального мира. Но время еще покажет. Время еще покажет, иншаллах. То есть вот то, что ты, брат, спросил, брат Турал, это еще со временем еще больше и больше будет проясняться. Люди все больше и больше будут прозревать в этом плане. И это тоже милость Аллаха для этих людей, для которых ввели в заблуждение и отбросили далеко от Корана и Ахль-аль-Бейт. Они вследствие, в том числе, этих событий придут, иншаллах. Многие из них придут к пониманию того, где на самом деле настоящий ислам, где тот ислам, который принес посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и оставил для своей уммы. Где этот ислам сейчас? Явно не у саудовских вот этих муфтиев, явно не у египетских вот этих ученых и еще кого-то. Нет, они сами, их самих нужно привести, им самим нужно объяснить ислам. Они не понимают ислама, им самим это все нужно объяснить. И это, конечно, выглядит очень жалко, да, когда люди, которые, допустим, поддерживали всячески Саудовскую Аравию или еще какие-то другие мусульманские страны, сейчас сидят вместо того, чтобы говорить о том, что давайте действуйте, вместо того, чтобы возлагать хотя бы чуть-чуть надежды на эти страны, Египет, Саудовскую Аравию, Турцию и так далее, они с одной стороны говорят, где Иран, с другой стороны говорят, делайте, братья, дуа. Братья, делайте дуа. Дуа – это хорошо, это очень хорошо. Но дуа должно быть наряду с чем-то. Просто стоять, наблюдать и дуа делать – это беспомощно, это жалко. Хорошо, братья, иншаллах, на этом закончим. Всем доброй ночи. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.